Всем привет! Хотелось бы поговорить сегодня о таком замечательном смартфоне, как BlackBerry K1. Здесь просто бомбезная сборка. Не знаю, как во втором, но в этом конкретном случае такая приятная на ощупь софтач крышка задняя. Ничего особо так не скрипит. Вот. Хотя если сильно шевелить, тянуть, то вот один раз проскочило. Ну, в общем, для того, чтобы его защитить, я решил, что нужно подобрать какой-то чехол. Тем более я еду в отпуск. И в отпуске на море это не будет лишним. Так вот, покопавшись немного на Озоне, потому что с Алиэкспресс ждать очень долго, остановился на вот таком вот варианте. То есть, ну как бы, типа кожа крокодила. Вот это дорогой чехол, который якобы из натуральной кожи крокодила. Для моего второго телефона. То есть, это резиновая накладка. Здесь есть черный пятак для автомобиля. Ну и вот это вот якобы натуральная кожа. Это уже второй чехол. Первый чехол, который у меня был, мне пришлось немного испоганить. И там я оторвал кусок кожи. Это действительно оказалось натуральная кожа. Вот. За свои деньги. А тут за сущие копейки мне подворачивается вот такой вариант. Тоже якобы крокодиловая кожа. Причем один из комментариев был, что выглядит очень дешево. Да, действительно выглядит очень дешево, но тем не менее, вот здесь на торцах особенно, видно, что как будто бы это действительно кожа. По запаху, по тактильным ощущениям ощущается как кожа. Тоже заявлена кожа крокодила, но в сравнении с этим чехлом она в 4 раза дешевле. То есть она стоит каких-то там 3-4 доллара, грубо говоря. Полностью вот этот вот весь чехол. Ну и каково же было мое удивление, когда я все-таки заказал. Потому что это самый быстрый вариант доставки был. И вот слушайте, как он одевается. Вот. Ничего не люфтит. Вырезы там и где надо. Абсолютно. Вот так выглядит на телефоне. По-моему, даже очень-очень хорошо. Да, не видно BlackBerry, но зачем кому-то заморачиваться, смотреть на мой телефон, если самое главное это знать, что ты носишь в кармане и пользоваться качественной связью, такой суперской клавой, как здесь, механической. Шустрым отпечатком пальца, который 9 из 10 угадывает. Да, это, конечно, не тот уровень, как на Poco X3 NFC, или как его еще называют, H3, но, тем не менее, качество сборки суперское. Вот, но сейчас не об этом. Если кому-то нужен будет такой чехол, кого-то заинтересовало, или кто-то захочет купить себе такой телефончик, такую модель, то смело можете брать чехол и пользоваться им. Я думаю, он достойно выглядит. Все-таки не как дешевка. Хорошо защищает смартфон со всех краев. То есть, ну тут выступ, грубо говоря, миллиметра 3-4 даже где-то. Вот местами. Так что хорошая балалайка получилась. Я хотел еще, ну, в процессе заказа на Алиэкспресс такого же чехла, тоже из кожи, с двумя прорезями здесь под карточки. В плане того, что можно пропуск запихнуть в телефон и заходить на работу, прикладывая заднюю крышку. Ну, грубо говоря, телефон с своим пропуском. В общем, кого заинтересовало, ссылка будет в описании. А так, прикольный чехол.
По тактильным ощущениям очень даже суперский. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйтесь в друзья.